Привет, страна. По многочисленным просьбам моих подписчиков, а точнее одного единственного, Михаила Комара, пилю видос. Видос будет не про ложки, а вот про это. Вот, Михаил, познакомься. Это я и называю табличкой. Этим я и занимаюсь все эти долгие зимние вечера. Кстати, придумал сам. Ну, не саму резьбу. Резьба, как это, стиль называется Татьянка. Ну, как бы я думаю, что он так называется. А в Татьянке-то, может, даже так и не думаю совсем. Ну, короче, вот смотри, у меня даже учебник есть. Купил. Это большие деньги. В Москве. Художественная резьба по дереву. Так, техно-березка это называется. О, смотри, похоже? Даже, смотри, не все так просто, смотри. Я даже тренировался. Это называется, как это называется? Тренировочная доска. Угу. Ну, как бы, ну, вот... Сама вот это не повесишь же на стену, зачем она должна висеть? Вот я и решил совместить, так сказать, красиво с полезным. И вот что получилось. Это в дальнейшем я, конечно, затонирую как-нибудь, залакирую потолще. И будет вешаться, вот даже крепление есть. Сделал сам. На стену. Не на стену, на дверь в бане. Ну... Я думаю, получилось маленько-то. Конечно, не без косячков. Хотелось бы из молодой липы это все делать. Дело. А имеется в наличии только старая осина. Ну, нормально. Издалека-то, в принципе-то, и еще хорошо. Я думаю, так вот. Вот такая вот дощечка. Ну что, вот, наверное, и все. Михаил, передавай. Привет комарам. Скоро увидимся. Всем пока.